С вами я, хакер 772.0. И сегодня мы будем снимать обзор одного китайского монстра. Одного китайского монстра продуктиум. Ой, извините так. Одного монстра Субарева. Вот он. Да, такой небольшой динозавр. Или же котенок. Высоту он 16,5 сантиметров, а в длину, сейчас, по-моему, 17 или 18 сантиметров, точно не помню. Итак, Дзубарева – это инопланетный монстр с Луны. По сути, у него очень много глаз. Но почему-то эти глаза не раскрашены. Как-то так. У него есть клыки, как у кабана, и такой небольшой, типа каменного шлема. Так. Он так же, как и прошлая фигурка, может вот так делаться, даже хвост, ну, больше намного тверже. Вот так. Спереди у него здесь тоже броня. И вот так. И вот так сзади. У него очень много мышц и видны вены. У него фиолетово-черные когти на ногах и фиолетовые когти на руках. Да. У него здесь типа рога, который может пробить даже, наверное, какого-нибудь робота, если сражаться будет. Как-то так. Я ему поставлю где-то 6 баллов. А, у него еще все у него двигается на 60, на 360 градусов. Даже ноги, но... Так. Вот. Руки. И хвост. Ну так, поставлю ему 6 баллов, потому что фигурка, ну, можно было делать и лучше. Ну а пока-пока. Плейгейм. Ставь лайк и подписывайся на канал. Иначе этот Зубарева придет и тебя съест.